Удивительный мир. Я нахожусь на доме на Редутной. И помните, здесь начиналась лаборатория, которая, в общем-то, ничем бизнес-лаборатория не закончилась, но один маленький бизнес все-таки зацепился за это помещение. И вот он, я вам хочу его показать. Потому что, возможно, кому-то тоже захочется заниматься таким бизнесом, а скорее это для людей, которые с удовольствием сдадут свои вещи на реализацию вот в такой фэшн-магазин. И начали они с комиссионки. Вот вы видите комиссионные товары. Они там один раз одеты, два раза одеты. И, как оказалось, они не сильно пошли. Но в то, что я не верил никогда, это в украинских дизайнеров. А вот украинские дизайнеры вот такие товары поставляют, вот такие товары поставляют. И как раз здесь соблюдается вот эта вот программа, по которой нужно умножать на 4 любой товар и продавать его. И что здесь хорошо, что здесь очень удобное место хранения, а все продается исключительно через интернет. Это не магазин прямых продаж, хотя можно сюда приехать и померить. Это магазин как раз, в котором можно купить недорого через интернет. И вот девочки рассказывают, которые здесь работают, о том, что они почти каждый день носят товары уже на почту. Пошло это не сразу, всю зиму им пришлось здесь померзнуть и поголодать, но тем не менее, вот уже они обрастают и связями, и товарами, и вот так вот, как зарождается комиссионный бизнес. И, как оказалось, наши дизайнеры, имея свои бренды уже, как этот бренд называется? Тага. Тага, вот. Вот это Тага. Так что приодеться здесь можно, а можно и купить через интернет. Ну а самое главное, обратите внимание, что здесь вы можете оставлять брендовую одежду, ее здесь отгладят, красиво сфотографируют на манекене и отправят на торговую площадку куда-нибудь в облако, в интернет. Ну, в общем-то, вот заниматься можно всем, потому что сейчас переизбыток товара, и те люди, которые умеют продавать, а это освоить технологию продажи через интернет, они становятся практически монополистами в этом бизнесе. Ну вот, Редутная 60, кому надо товары сдать, привозите, кому надо купить, приезжайте. Ну или покупайте через интернет, зарабатывайте. А вот этот уже зародившийся бизнес работает в Киеве. С чем я могу поздравить людей? Кто хочет, тот добивается. Зарабатывайте.